Истинное удовольствие, потому что хоть и последняя игра сезона, но красивый, зрелищный, динамичный футбол был. Как вы оцените сегодняшний матч? Действительно, игра удалась, и динамика была, и так, мне кажется, мы в первом тайме мы все-таки имели преимущество, к сожалению, не смогли забить, а так хорошо выходили из-под прессинга, вот, и так и мяч неплохо контролировали временами. Вот, ну, все определяют голы, второй тайм, начало, в общем-то, такое, да, сразу пропустили гол. Но все равно чувствовалось, что как-то вот не по игре, что ли, да, то есть не уступаем сопернику, и чувствовалось, что вот-вот-вот должны забить. Ну, решение такое, я еще не видел, там пенальти был, не был, ну, как бы 2-0, конечно, хотя это самый неприятный счет в побел Капеллу 2-0. Все равно внутри как-то была такая надежда, что не просто сравняем, а может быть даже и переломим, вырвем как-то победу. Вот, потому что хочется последние игры проводить ярко всегда, да, это всегда вообще такой, какая-то точка такая, да, или запятая на следующий сезон. Вот. Ну а ребятам сказал, что, знаете, как команда, хорошая команда, не та, которая все время выигрывает, а та, которая готова отдавать друг за друга все, что у нее есть. То есть готова исправлять ошибки, готова вместе проигрывать и вместе выигрывать. И вот, мне кажется, у нас сегодня была команда, это самое главное. Поэтому всех болельщиков тоже хочется поздравить с окончанием сезона. Ну и все равно с оптимизмом мы смотрим в будущее, в следующий сезон. Ваш коллега Роман Удодов сказал, что «Динамо» очень тщательно разбирало игру «Форте» перед сегодняшним матчем. Вы изучали соперника прям глубоко или от себя больше отталкивались? Нет, мы постоянно, ну, отталкиваемся, конечно, от своей игры, но постоянно 4-5 игр, естественно, мы просматриваем, смотрим. Вот, поэтому понимали, как команда будет действовать, какие сильные, слабые стороны. Вот, нравилось то, что команда играет, тоже нравилось то, что команда... Да, используют такие свободные пространства, хорошие передачи, особенно с фланга. Вот, есть кому побороться вверху, неплохие стандартные положения. Вот. Также не очень удачно действует команда при своих стандартных положениях, так отметили. Вот. Ну и так понимали, как мы будем выстраивать игру, как мы вести игру. Что-то получилось, вот, многое не получилось, но еще раз говорю, такое вот внутреннее чувство, что все-таки играли сегодня с преимуществом. Ну а результат... Вот я думаю, что придет. Спасибо, до чего. Спасибо.